Отмена 282 статьи за разжигание, да? Ну хотя бы, почему вы за отмену 282 статьи? Ну хотя бы по той причине, что по этой статье сажают в основном русских. Как бы. Легализация короткостволов, то есть гражданское оружие, оружие самозащиты. У нас в стране огромное количество охотничьего оружия зарегистрировано у людей, а оружие самозащиты запрещено. Травматы – это не оружие самозащиты, травматы – это пуколка, которая девальвировала вообще понятие оружия как такового. И проще к нему относятся, лицензии на него выдают проще. То есть человек должен отслужить в армии, человек должен не быть... сумасшедшим, у него должна быть справка, что он вменяемый, и человек не должен иметь судимости. Если ты оружие неправильно променял, у тебя лицензия сразу отбирается, для того, чтобы не были наши гости с Кавказа, которые начинают везде стрелять без повода. Когда это настоящее гражданское оружие, человек не стреляет без повода, а травмат – это девальвация. Думает, ну что такое, резиновые пули я куда-то стрельну. То есть гражданское оружие надо доверять своим гражданам. Надо доверять своим гражданам, по крайней мере, они достойны доверия больше, чем полицейские, которые в нерабочее время там устраивают перестрелки в магазинах по пьяни. Да? Третье. Легализация криптовалюты и внедрение блокчейна. Легализация криптовалюты в интересах населения, чтобы каждая бабушка, чтобы любой студент могли себе майнить потихонечку, могли спекулировать на криптобирже и в течение 5 лет не платить никакой налог, если у них, конечно, есть голова, и они понимают, что такое, какие риски там и все такое прочее.